Всем привет, ребятки, с вами Джоф, и все мы с вами ждем LBZ 2.0. Только разработчики их еще разрабатывают, и пока они их разрабатывают, видимо, это процесс очень долгий и напряженный, чтобы не получился такой же хаос и трэш, как в первый раз, они, друзья, предлагают нам некий мини-LBZ. Сами они это называют игровым событием, и одно из этих событий, друзья, стартует сегодня, 23 марта. И благодаря этому событию вы можете получить один из самых редких премиум-танков в нашей игре. Что это такое и как это выглядит? Итак, с 23 марта с 13.00 МСК и до 6 апреля тоже 13.00 МСК вы можете выполнять ежедневные боевые задачи и зарабатывать некие марки. Выглядит это все так. Ждут нас 29 задач, по одной для каждой карты. Не считаются игровые локации для генерального сражения, а также учебный полигон. Каждая задача разделена на две части. Первую можно выполнить только раз в сутки, вторую сколько угодно раз. Она становится доступной после выполнения первой. Сами задачи достаточно простые. У всех задач, да и у их частей, одинаковое условие. Сыграть бой и попасть в топ-10 своей команды по боевому опыту. То есть это, ну не то чтобы это легко, это, наверное, легче легкого вообще. Задачи обновляются каждый день в 3 ночи по МСК. Ограничений по уровню техники нет. Теперь по поводу награды. Ну и тут, наверное, друзья, самое интересное. Главная награда – супер редкий премиумный американский танк 3-го уровня МТЛС-1G14 с экипажем, обученным основной специальности на 100% и слотом в ангаре. Его вы сразу сможете получить, как только заработаете 100 марок. Немножечко подробнее о самом призе. Это, друзья, американский премиум ЛТ 3-го уровня. Когда-то его давным-давно разработчики ввели в клиент, но в саму игру не добавили. То есть он был в клиенте, его можно было выкатывать, но на стриме выкатывать его было нельзя. Тогда, в те старые времена, у него был такой вот спаренный двухствольный пулемет. И он им очень жестко всех карал. Потом разработчики его перебалансировали, переделывали, и сейчас у него не спаренный пулемет, но спаренная двухствольная пушка. То есть, по факту, это первый в нашей игре танк с двумя стволами. И сейчас, когда вы на нем катаете, у него, получается, есть, в принципе, достаточно неплохое лобовое бронирование, потому что лоб корпуса имеет на втором уровне 38 мм под наклонами. Да, конечно, пушки вы танковать не будете, но какие-нибудь пулеметики а-ля ПЗ-1С вполне. Плюс у него средненькая динамика, то есть не супер-пупер хорошая, как в ПЗ-1С, но и не такая, наверное, плохая, как у некоторых японских танков низкого уровня. Ну и, конечно, самая главная его отличительная особенность – это его спаренное орудие. Когда вы нажимаете один раз выстрелить, сразу вылетают, ну, практически одновременно два снаряда. Каждый из снарядов со своей траекторией полета. В общем, интересный, достаточно оригинальный геймплей. Сказать, что это машина имба, наверное, будет, конечно, соврать. Нет, машина однозначно не имба, просто редкий, прикольный коллекционный танк. И вот у вас есть возможность его получить. Для того, чтобы его получить, нужно заработать 100 марок. Причем танк можно только заработать с помощью марок, купить его нельзя. Как же получить эти марки, спросите вы? Ребятки, изи. Каждая задача ежедневная, личная, дает вам несколько марок. Две марки вы получаете за выполнение основной части, и еще одну марку вы можете получить, если выполните вторую часть каждодневной боевой задачи. Плюс, кроме этого, вы можете получить за первую часть плюс 50% к опыту и 10 тысяч кредитов. А за вторую задачу еще плюс 25% к опыту за бой и 5 тысяч кредитов. Вот такие вот, ребятки, у нас получается мини-ЛБЗ с 23 марта по 6 апреля, но опять же, это еще не все. Есть, друзья, еще такая вот огромная, не личная, а, скажем так, общесерверная задача, которую разработчики поставили вообще перед всеми игроками. Дело в том, что второе предложение, которое они подготовили для игроков, оно типа супер-пупер этапное. И на его выполнение влияют вообще все танкисты РУ-региона. Суть заключается в том, что если мы, танкисты, заработаем достаточное количество марок вообще по всему серверу, то нас ожидают такие вот общие плюшки. Во-первых, получаем уникальную медаль с надписью 1.0, как только весь РУ-регион заработает в целом 50 миллионов марок. Второе, личные резервы. Как только весь РУ-регион заработает 90 миллионов марок, все получат по 2 личных резерва к опыту на 1 час, к опыту экипажа на 1 час, к свободному опыту и кредитам на час. Плюс все сезонный камуфляж, как только будут заработаны 150 миллионов
марок. Вот такой вот он сейчас на ваших экранах, ну, в принципе, достаточно симпатичный. Ну и, наконец-то, самая главная награда, друзья. Как только весь Ру-регион заработает 215 миллионов марок, конечно, цифра звучит, ну, прям так вот, катастрофически ужасающе, но на самом деле разделите на всех игроков, я думаю, выполнят ребята ее достаточно быстро. Так вот, как только весь Ру-регион заработает 215 миллионов марок, всех ждет X2 опыта за победу в течение 3 дней. Бонус начнет работать накануне ближайших выходных после достижения прогресса в 215 миллионов. Вот такая вот, ребятки, петрушка. Ну и последняя, наверное, часть всего этого небольшого ЛБЗ-марафона, это то, что можно еще заработать очень крутые призы от Intel. Если займешь первое место в рейтинге призеров по количеству марок, получишь главный приз — ноутбук Alienware 17. Который, кстати говоря, может стоить от 150 до 250 тысяч рублей. Короче, крутая машина. А если займешь со второго по 251 место, получишь процессор Intel Core i7. То есть победители, на самом деле, главный приз, он только один. Но в остальном процессоры могут получить просто огромное количество игроков. Несколько сотен. Вот такие вот, ребятки, небольшие личные ЛБЗ подготовили для нас разработчики на ближайшее время. Выполняйте, пробуйте, и вы как минимум можете получить супер редкий премиум танк 3 уровня, а еще вы можете получить X2 опыта на несколько дней, ну и как максимум процессор Intel Core i7 или супер пупер ноутбук. Спасибо за внимание, спасибо, что посмотрели видос. Если информация была вам полезна, жмите лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видосах.